Анна Фриски еще, слава богу, хорошо отделалась. Так скажем, постпродакшн-то у нее неплохой. В принципе, человека любили миллионы, и это, наверное, за последнее время единственный человек, которому, ну, население России очень, которое любило, Жанну любили люди. Любили, уважали, ходили на концерты и сожалеют всей страной, что так произошло. А так-то грязь, сплетни, расследования, грязное белье, слушайте, это никто никогда не отменял. Даже в самые лучшие времена там. Российский шоу-бизнес — это всегда перемывание костей на костях. Это нормально. Это нормально. Не надо это воспринимать как трагедию. То есть вот сегодня лучше или там завтра хуже там было. Все как было, так и есть. Всегда сплетничали, всегда судачили, говорили, обсуждали, осуждали. И ломали судьбы, строили судьбы. Это шоу-бизнес. Это... Такое болото.